Внеочередные президентские выборы в Казахстане активно обсуждают в Тбилиси. Грузинские парламентарии считают, что Касым-Жомарт Токаев принял верное и своевременное решение. Внеочередные выборы – залог стабильности в стране. И в то же время сигнал зарубежным партнерам и крупным инвесторам, что наша страна и впредь будет развиваться согласно курсу первого президента и готова к укреплению сотрудничества. Государство сегодня и реально экономические успехи Казахстана сегодня впечатляют. Я считаю, что вот этот путь должен быть продолжен, и народ Казахстана это прекрасно понимает.